26 нарушений перевозки пассажиров выявили инспекторы ГИБДД за 3 дня. Автоинспекторы проверили около 100 пассажирских автобусов. Основные нарушения, по словам сотрудников ГИБДД, не меняются. Водители управляют неисправными автобусами и не пристегиваются ремнями безопасности. Почти на 4 миллиарда увеличилось финансирование программы расселения из ветхого и аварийного жилья – до 20 миллиардов. Планируется, что в 2022 году более 4000 человек должны переселиться в комфортное и безопасное жилье. О правилах пожарной безопасности напомнили жителям поселков. Специалисты 10-го пожарно-спасательного отряда провели рейды в Белимбае и Новоуткинске. Особое внимание уделили многодетным семьям и пожилым людям, которые живут одни. Именно они на особом контроле у пожарных. Жителям напоминают, что траву, ветки и мусор нужно не сжигать, а вывозить на свалку.